Открытие выставки традиционно начинается с красной ленточки, когда уже в торжественной обстановке дан старт выставочному мероприятию, посетители осматривают стенды, а здесь яркое изобилие товара. Женщины любят все красивое, яркое и блестящее. Ювелирные изделия – одно из самых, наверное, излюбленных таких моментов на этой выставке. Но помимо этого, здесь можно найти огромный выбор и других направлений моды и народного мастерства. Выглядя на все 100, это не столько даже выставка-продажа, сколько поиск себя. В атмосфере праздника можно поменять свой образ и узнать о новинках индустрии моды. В этом абсолютно бесплатно, ежедневно с 14 до 17 часов поможет постоянная участница мировых недель высокой моды Анджелина Ричи. Показать людям вообще, что модно, что актуально, что сейчас нужно носить, что уже не надо. То есть обучаю людей, как правильно краситься, как наносить мейкап. То есть все. У нас очень много людей, которые не понимают даже, как это делать. И вот уже второй год подряд в рамках выставки проводится фестиваль народных мастеров и художников России. Это прежде всего сохранение национальной культуры, знакомство с умельцами, которые проведут мастер-классы народных промыслов. Выставка «Выглядит на все 100» работает до 30 июня в гостиничном комплексе «Жемчужина». Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.